Очнулся. Привет. Fiddle kills me as a person. Fiddle kills me as a person. Подъем, твою мать! Мы опоздали. Его нет на месте, надо боссу звонить. 12? Че сидишь, одевайся. Почему он не зазвонил? Да не знаю. Ты его ставил? Ты его ставил? А ты? Ну все, пошли. Погоди, ты деньги взял? В шкафу посмотри. Ты чё, мудак? Ты бабки в шкаф положил? Я? Никогда. Я лучше людям раздам. Целее будут. А вот ты? Я тоже не лох. Получается, что в шкафу денег нет. Чё вчера-то было? Не помню. Да где? Ты куда бабки дел? А ты? Чё вчера было? Не помню ни хера. А куда шлюхи делись? Я вырубился, когда ты их в ванну повел. Не помню ничего. А может, это шлюхи? Деньги тиснули. Может быть.
Слушаю. Что? А можно потише? А то что? А то... Репетировать надо. Репетировать. Да. Музыкант, что ли? На, скрипач. Ну, мы договорились. На. Видал, скрипачи пошли? Рожа лютая. Давай деньги искать. Слушаем. Вы где, дебилы? Чё трубку не берете? Мы на месте, все нормально. Готовы езжать. Ни черта вы не готовы. Вы деньги потеряли, уроды. А откуда вы? Кто сказал? Тебе не касается кусок говна. Я тебе паспорт рву. Просто белый. Клянусь, это конец вашей криминальной карьеры. Белый, забыл, куда положить. Мозги мне не делай, я твою маму шатал. Не перебивай меня, лерпилякот. Через полчаса позвоню. Не найдете деньги, пришлю Морозко. Не надо Морозко. Повторяю еще раз. Для особо тупых. Если через полчаса я позвоню, и денег не будет, вас не будет! Отвечаю, шеф. Найдем. Белый, он же ищет. Лапшу на уши не вешай, говорю! Надоело мне слушать. Все, до связи. До связи. Ты чё, охренел? Да ты сам мудак! Из-за тебя бабки потеряли! Иди ищи теперь, дебил! У тебя память как у курицы! Я не знаю, где они! Иди ищи сам! Ноги оторву! Денег не будет и вас не будет! Денег не будет, вас не будет! Сука! Это точно шлюхи? Да хана нам! Насчет Морозко. Это конец. Он палач. Его так прозвали, потому что он в конец отморожен. А еще он любит зиму. Морозко всегда пытает перед смертью холодно. Говорят, у него свое кладбище в Сибири. Он нас похоронит. И хорошо, если не живьем. Никто нас не найдет. Многие, к кому он выезжал, предпочитали застрелиться сами. Не. Слушай, может, нам их кто-нибудь одолжит? Точно! Конечно, нам их одолжат. Надо только попросить. Твою мать. К тому же сумма-то смешная. Да и потом, столько добрых людей на улице. Эй, люди добрые! Слезай! Слезай! Слезь, сказал! Спалишь нас, ёб! Слезай! Кто дает самые 20 тысяч баксов? Мусора таких шуток не любят! Помогите, а то... Слезь, говорю! Выручай! Слазь! Ты что творишь? Подыхай, тварь! Да! Надо все-таки в шкафу посмотреть. Давай глянем.
Ебать! Убери нахер! Ага. Деньги просил? Деньги просил? Чё тебе надо? Да только что из окна. Ты? Да я у тебя спрашиваю, это ты или нет? Чё тебе надо? На, тут 25, а ты просил 20. Держи. Ты номером ошибся, дружок. Да нет, не ошибся. Поверь, так надо. Я говорю, адресом ошибся. Канай отсюда. Ангел нашелся. Слушайте. How much money do you have for me today? Ты зачем ему бабки отдал? Это подстава. Ну и что? Нам все равно терять нечего. Слышь, друг! А ну вернись сюда! Фак. А ну-ка постой! Стой, 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 стой. Забери. Держи, 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 держи. Пойдем. Просто пара вопросов есть. М? Идем. Пойдем, пойдем. Пойдем. Присаживайся, уважаемый. Ты скажи, как ты у нас бабки спер? Что? Тихо, 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 тихо. Да я спрошу, мне тоже надо. Откуда у нас шлюхи мертвые? Чего? Ты что, дебил? Да пошли вы. Стоять! Руку убери. Куда ты пошел, мать твою? Что ты сказал, повтори? Я сказал, куда ты пошел, мать твою. Ах ты, сука! И откуда этих мутных берут-то? Очнулся. Привет. Послушай, друг. Когда мне что-то непонятно, я злюсь. Ага. И очень люблю пытать. Угу. Скажи, откуда бабки? Сука. И все закончится. Откуда деньги, говори? Шлюх, ты мочканул! Слушай, шлюх, я мочканул. Они тебе клофелин влили, ты отрубился. Смотрю, деньги пропали. Чувствую, отрубаюсь, ну и грохнул их. Потом пришел в себя и прибрался. Тогда при чем? Под окном стоял. А шлюхи ему бабки скинули. Он всю ночь на измене просидел, а теперь пришел возвращать. Там на 5 кусков больше. Не складывается. Ну так они еще кого-то по дороге кинули. Вот он все сразу и принес. Так, ублюдок.
Против логики не попрешь. О. Шеф звонит. Ча-ча-ча! Да? Ну что, где вы есть? Мы скоро будем. Деньги нашли? Да, все хорошо. Адрес барыги не забыл? Нет, не забыл. Тогда черному забыл. Привет от Морозки. Хорошо. До связи. Че сказал? Привет тебе передавал. А-а-а. Ну давай, забирай тут все. Сумку брать? Бери все, потом разберемся. Пока. Ну что, ангелочек? Денег ваших я не брал. Я знаю. Я их спрятал под стулом, на котором ты сидишь. Я их там спрятал, а потом забыл. Моя вина. Зачем ты пришел? Слушай сюда. Но только слушай внимательно. В этом городе жила моя мать. Она жила здесь одна. И в течение 6 лет я ни разу не навестил ее. Ничем не помог. А эти деньги я таскал с собой в кармане. Тратил. И все время думал, что когда-нибудь отправлю ей. И вот я здесь. А моей мамы уже нет. Маму я похоронил 3 дня тому назад. Эти деньги уже не нужны. Я обещал отдать тому, кто попросит у меня этих денег. Но кто нуждается в этом? Услышал вас. Вот и решил. How much money do you have for me today? How much money do you have for me today? Вот и вся история. Видимо, я ошибся. Так что давай кончать этим. Давай стреляй. Мудак. На будущее. Милостыня должна вспотеть в руке. На будущее? Прости, оговорился. Деньги, когда их нет, страшное дело. Это кто? Барыга. Ты же его мочканул. Что? Я? Деньги пропали? Мы поехали к нему за Герычем. Твое решение. Шлюхи, которых мы сняли, привезли шмаль. Мы покурили план, и у тебя возник план. Ты предложил забрать товар заранее. Позвонили барыге, и этот дурак согласился. Такой доверчивый. Приехал один, без охраны. А потом все пошло не так. Платить нам было нечем. Он стал дергаться, товар забирать. Ты принялся его душить, я тебе помог. Барыгу с товаром бросили в багажник. Шлюхи подняли кипиш и хотели уйти. Но мы их не отпустили. Там полно всякой херни было. Мы ее с собой забрали. Понюхали. На утро амнезия. А потом собрались и поехали на стрелку. Я все вспомнил. Когда этот ангелок пришел. Сука. Ладно, бывай. Сколько денег ты мне должен сегодня? Чего? Героин где?
В багажнике. А деньги? Тоже там. Ты на кого работаешь? На того же, на кого и ты. Только я теперь старший. Усёк? Ага. Ты скрипку любишь? Да, очень. Держи. Открой. Убери. Сколько денег ты мне должен сегодня? Где мои гребаные деньги? Где ты, Бог? Вот что чертовы деньги делают с людьми.